23 февраля – замечательный праздник. Дорогие мужчины, сегодня для вас мы будем собирать поздравления от наших горожан. Пойдемте. Ну, уважаемые мужчины, поздравляем вас с праздником. Это женская половина. Желаем вам счастья, здоровья. Главное, чтобы у вас в жизни все было хорошо, чтобы у вас каждый день был наполнен радостью, чтобы удача вас всегда сопутствовала вам. В общем, всего самого хорошего, любви, счастья, радости. Я поздравляю всех мужчин с Днем Советской Армии, желаю им здоровья и счастья, чтобы было у них чисто небо над головой, чтобы было все хорошо, и вернулись к своим семьям. Но самое главное, конечно, здоровье, удачи им и побед, побед нашим мужчинам. А самое главное – здоровье. Счастье, здоровье. Что еще можно пожелать? Хорошего благополучия. Желаю, чтобы наши мужчины всегда оставались такими же безупречными, чтобы защищали нас, женщин, нашу родину. Дорогие мужчины, поздравляем вас с Днем защитников Отечества. Здоровья вам, благополучия и счастья. Здоровья, чтобы они были нашими защитниками, чтобы мы на них все время опирались, чтобы их зарплаты были хорошие. Да, ну, и хорошее настроение. Редакция нашего канала присоединяется к поздравлениям. Дорогие мужчины, мы вас поздравляем с 23 февраля. Желаю вам здоровья, счастья, любви. А самое главное, берегите себя и своих близких. Для вас опрос проводили Ирина Вышегородцева и Евгений Шикарев.